Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в тесте. И сегодня у нас начинается поход FIFA 15 в карьере главного тренера за ЦСКА Москва, ребятки. За ЦСКА Москва мы в этот раз играем на легендарном уровне. Так, Евро, так. Загрузить последние Еврокубки. Еврокубки, конечно же, будут у нас. Еврокубки у нас будут, конечно же, заново. Так. Манчестер Сити. Так. Бавария. Я хочу просто убить ЦСКА Рома. Вот именно эта группа смерти. Полетаем в облаках. Ребятки, полетаем в облаках. Далее. Итак. На легендарном уровне сложности. В группе смерти. Мы будем просто умирать. И летать в облаках. Спасибо, что загрузили. Итак, это все удаляем. И, конечно же, вводим. Так. Наша сосиска. Сосиска в. Ок. Тесте. Тесте. Все, сосиска в тесте. У нас заново. Так, гражданство России. Листать надо. Листать нужно до России. До России листать нужно. Это кошмар. Грузия, Израиль, Ирак, Испания, Ирландия, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Латвия, Литва, Мальта, Молдова была, Нигерия, Россия. Наконец-таки долистали до России. Так, стиль экипировки, рубашка, галстук, костюм, тренировочный костюм, рубашка, галстук, конечно. Цвет серый, синий, пускай будет. Оттенок кожи будет, давайте, коричневый. Олив коричневый, будет загорелая сосиска. Худощавая, нормальная, плотное будет телосложение у нашего тренера. Итак, сосиска в тесте. Тесте. Шефа тесте. Ну что ж, надеюсь, в этой карьере нас не уволят. Мы с вами сможем пройти дальше, чем, например, за ту же карьеру ЦСКА. О, Диего Коста в Челси. Заработная плата 170 тысяч евро. Офигенно. Так вот, пройдем дальше, чем Тесте проходил в ЦСКА в FIFA 14. И, конечно же, хотелось, чтобы лучше сыграли, чем в Дортмундской Боруссии. Мы там отыграли почти два сезона, нас уволили в середине. И давайте это удалим. И назовем ее, чтобы я... не тупил. Вот так вот. Сохраняемся. Сохраняемся, ребятки. И переходим уже к нам. Фух, красота. Так, офис. Давайте сначала в офисе почитаем все. Задачи в Кубке страны. Коста начала ситуацию в Кубке страны. Мы заинтересованы в борьбе за кубок, поэтому мы будем рады, если вы сможете дойти до полуфинала. Хорошо. Так, трансферное окно открыто, хорошо. Скауты, помощник тренера. Думбия травмирован. Офигенно, сегодня на повестке дня Сиду Думбия. Как вы знаете, в конце прошлого сезона он получил травму, и врачи практически мгновенно поставили диагноз перед кристальной связью. Блин. Сейчас уже много можно говорить о том, что восстановление прошло успешно. Есть реальные шансы, что парень будет готов к первому матчу сезона. Отлично. Задача. Мы будем... Блин. Ну, отлично. Читать начал. Да, ё-моё. Мы надеемся, что следующий сезон принесет команде успех и уверены, что ваша уборная работа положительно скажется на игре. Основным... Да что же оно перескакивает? Я случайно нажимаю на кнопку. Основным индикатором успеха будут результаты в лиге. Совет директора ставит на вам сезон... задачу выиграть лигу.
Если вы добьетесь хороших результатов в кубке, но при этом провалите лигу, вы не достигнете доставленных целей. Печально, ребятки. Давайте перейдем к составу. Думбия, Еременко, Тошич, Муса. Тут кто у нас? Конечно же, Натхо с Вермблумом, да? Березуцкий, Игнашевич, Акинфеев, Набабкин, Фернандес. Давайте мы поменяем, и выйдет у нас Щенников, Набабкин. Цау не поменяем. Так, Витиньо. У Витиньо, кстати, знаете, да? 5 звезд особых приемов. Вот это вот будет красота, конечно. Так, Муса у нас. Где Муса? Муся, Мусечка, Мусюля. Где Мусюля? А вот Мусуля. Так, ну все замечательно. Ну, резервный состав просто офигенный. Помазан, Ревякин. Вратарей куча, игроков ни хрена. Зашибись. Ну что ж. Да, конечно же, изменения. Готово. Готов, ЦСКА готов. Что это такое, ребятки? А это было сохранение, да? Давайте трансферы. Форвард. Форвардов у нас хватает, ребятки. Давайте мы поищем в оборону кого-нибудь, искать игроков. Позиция. Защитник. Амплуа. Центральный, конечно же. Гражданство любое. Так, так, так. Лига любая, страна любая. Минимальный возраст 50 лет. Ни хрена себе. Нет, давайте хотя бы 25. Центральный защитник. Результаты поиска. Понятно. Лига. Статус. Свободный агент. Давайте. Free agents. 21 год. Атлетизм. Вот это жопа, конечно, игроки тут нашлись. Да. Печаленько, что так. Давайте мы тогда. Офис. Моя карьера. Так, 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 так. Все изучаем. Пока все изучаем. Сезон. Календарь. Отлично. Итак, что же тут ты нам нашел? Одних форвардов. Ари Киржаков. ЦПшник. Так, Аршавин. Аршавин нашел. Красавчик, конечно. Но нам нужны защитники. Защитников ты нам не нашел. Полузащитников Аршавина и Чельстрима. Возраст, конечно, для нас подходящий. Вратаря даже нашел. Митрюшкина и Спартака. Не, Спартака я никого приобретать не буду. Давайте нам наш агент найдет. И как ему ставить? Как ему ставить цели? Егор Березовский. А, вон задачи. Все, 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 все. Понял, понял, понял. Задачи. Так. Блин. Блин, блин, блин. Задачи. Позиция. Да, что за хрень? Любая позиция. Так, как форвард? Нет. Да, а вот добавить задачу. Позиция. Центральный защитник. Характеристики. Снайп. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Быстрый плеймейкер. Продукт. Сильный, высокий. Давайте высокий и воздушная угроза. Так, возраст от, давайте, 20, ну хотя давайте от 16 до 25. До 25 лет, контракт, без разницы. Все, пускай едут и ищут. А мы с вами, да блин, а мы с вами отсимулируем, симулируем, симулируем. Так, стоп. Остановим симуляцию, прочитаем офис. Задача. Поскольку команда примет участие в турнире Лиги Чемпионов, руководство ожидает, что вы сможете дойти до игр плей-офф. Ё-моё! До игр плей-офф я вам дойду, да. Так,
Ты нашли кого-нибудь? Смотрим, кого вы нам нашли. Давайте, защитник. Нашли кого-нибудь? Угу. То давайте запрос. Запрос. Так, наш этот нашел. О, вот это. Ну-ка, защитник. Так, Кане. Тут этот молодой. Угу. Парень 24 года. Давайте запросим. Скаут доступен. Так, смотрим, что этот нам нашел. Да, это не надо. Полузащитник. Ты нам хрень нашел тут, короче. Этот что нашел? Так, нападающий. Угу. О, он нам нашел Фарлана. Охренеть. Полузащитники. Полузащитники, полузащитники. Ну ладно. Ладно. Задача. Ладно, все. Так. Поехали. Так, календарь посмотрим. Немножко протуплю я, да, сейчас. Протуплю. Так, календарь. Тут у нас ничего нету. Тут у нас игры есть уже. Давайте вот до этого матча мы как раз симулируем. Поехали, симуляция. Челси хочет приобрести Бензиму. Нифига себе. Ваш запрос 7 миллионов. Ваш запрос. Во, давайте вот насчет вот этого парня посмотрим. Так, оставить трансферный бюджет у нас, ага. Так, 120. Ой, 1 миллион 200 предлагаем отправить ему. Контракт. Пусть будет, нам центральные защитники пригодятся. Так, этот тоже, да? Пока, ладно, на него плюнем. Так. Предложение о трансфере. Стало бы внимание одного из клубов. У нас на руках есть предложение на трансфер. Эльм, да? Эльм, конечно же, отклонить предложение. О, нифига себе. Саутгемптон. Отклонить предложение. Так. Ну, и дальше смотрим, что у нас там. Принято трансферное предложение, отлично. Зарплату Коэн хочет 10. Давайте 10, все, уточнять. Давайте. Будущий игрок основы отправить. Че, из этих птичек хотелось бы, наверное, тебе перейти-то. Я все-таки состав хочу посмотреть еще. Все-таки должны же быть еще игроки. Да не может быть. Да не может быть так мало игроков. Охренеть. Давайте схему посмотрим. Нет, схему именно эту и оставим. Пускай так и... О, так. Трансферное предложение принято. Офигенски. Ну, отлично. Хоть еще один центральный защитник будет. Может, будет нам помогать в обороне. Так. Мы с агентом рассмотрели ваше предложение. Вы вынуждены отказаться. Причина, я хочу играть в команде большую роль. Понятно. Как обычно. Ключевой игрок, важный игрок основы. Пускай ты будешь важным игроком основы. Вот если ты сейчас не подпишешь контракт, ты просто не придешь к нам в клуб, понимаешь? Я, конечно, шучу, ты к нам придешь в клуб. Но, блин, просто я не вижу смысла тебе что-то еще. Опа. Могилевец. Хороший. Так, Дзюба. Дзюба, Жозиньо. Невелин Попов, Дани. Кстати, Дани нам бы пригодился. Давайте запросик отправим. 13 миллионов, да? Заработная плата, да, большая. Так, нападающий, да, посмотрим. Дзюбу. Не, Дзюбу я не хочу приобретать. Пум-пум-пум. Полузащитников.
Могилевца, Дани. Могилевца можно запросить. И защитники. Кто тут у нас? Милан Родич. Родич. И Дьяков. Нет. Давай, что ты тут? У нас ты. Нападающий. Угу. Ты этому хорошо, парню. Так, ты ладно, пофиг на тебя. Березовский. Фалькао. Было бы хорошее приобретение для нас, но нет. Инце. Я помню этого парня. О, Филаини. Филаини. Лэмпорт. Защитники. Боята. Не, пока мы что могли, то и приобрели. Офис. Где-то там сообщение не прочитано. Вот. Работа со сборной. Хочу поздравить вас и пожелать успехов на посту нового главного тренера. Давайте симулируем дальше. Ваш запрос от Дани. Насчет того, сколько стоит Дани, мы не заинтересованы о том, чтобы Дани к вашей команде. Ну, понятно. Понятно, это Зенит. Он против нас, не хочет, чтобы... Могилевцы. Мы не заинтересованы, чтобы Павел Могилевц присоединился к вашей команде. Ну, ё-моё. Давай, Пашка, я думаю, ты бы был не против, если бы я тебе предложил. 1 миллион это мало, я думаю. Давайте 3 миллиона я за тебя предложу отправить. Парень, ну ты должен согласиться, чувак. 3 миллиона я за тебя... За тебя 3 миллиона, чувак. Ты должен просто... Отклонено? Ты чё? Блин, чувак, ну ты чё, будешь ключевой игрок, что ли? Ладно, давай. Ключевым игроком будешь. На тебе 11 миллионов, я тебе уж подарю 1 миллион так, в подарочек. Поехали. Так. Принято 3 миллиона. Отлично, за Могилевца 3 миллиона принято. Так, он просит 4. Так. Ключевой игрок, Могилевец. Добро пожаловать в наш клуб. Давай посмотрим. Что... Давай в Россию тебя отправим. Где-то... Нет, давай тебя отправим в Саудовскую Аравию. Во. Не, в Саудовскую Аравию. Пускай Саудовская Аравия поищет. Предложение контракта отклонено. Да ты придурок, мы с агентом. Причина, мне кажется, я не получу ту роль в команде, которую вы мне обещаете. Да и пошел ты в задницу. Я тебе, блин, обещаю. О, нифига себе, Кавани в из ПСЖ в Баварию. Павел Могилевец. Могилевец, да ты получишь, ты че? Ну давай, игрок ротации, чувак, ну ты должен. Чувак, я тебя буду выпускать, я тебе отвечаю. Ну давай, из Англии, кого-то мне. Саного. Кстати, хороший нападающий. Старич. Давай Старич запросим. 17 миллионов. Охренеть. Дальше. 47 миллионов. Ну идите в баню. Гуляйте, короче, парни. У меня не такой бюджет большой, как вы думаете. Принять предложение, подтвердить, парень. Добро пожаловать в клуб. Из России. Хаджиниязов, левый защитник. Так, Хаджиниязов. Нужно укреплять нам. Левый защитник, центральный защитник, Дьяков. Давайте защитников посмотрим. Центральный защитник Брызгалов в Реал Мадрид. Так, чувак, давай я тебя запрошу. Блин, ты хорошо развиваешься. Ну ладно.
Чувак, русского парня нужно приобретать, он всегда нам поможет. Сергей Брызгалов. Да мне пофиг, что он недавно присоединился. За сколько он перешел? Давай я ему предлагаю 4 миллиона. Мне пофигу, что он недавно перешел, но 4 миллиона я за него предлагаю, парень. Так, Саудовской Аравии пришло. Тук-тук-тук-тук. Трансфер открыл. И пока недоступен. Ну ладно. Давай Саудовская Аравия, кого-то там нашел. Защитников. А это он все из этих. Так, Саудовская Аравия. О! Маркишо. Это из Ромы, он был игрок Ромы. Отвечаю. Ну ладно, никого больше не будем смотреть. Сейчас приступим сразу же к матчу. Давай матч. Ну наконец-то я уже исправить самостоятельно. Давайте. Блин, Думья травмирован опять. Ну, давай. Вот так. Нет. Давай. Все-таки вот так. И сюда Базилюка. Базилюк. На замену. Могилевца давайте в замену посадим. И выпустим его сопом. Вот сюда вот. Если что, выпустим. Так. Ну все. Можно начинать. Да, мы хотим сохранить. Можно начинать матч. Можно отправляться в бой. Можно просто уничтожать всех. Поехали. Поехали, поехали. Пересуцкий. Итак, ребят. Фух, параметры игры. Смотрим, все нормально. Ладно, поехали. Первый мой матч на PlayStation 4. Во-первых, за карьеру. Во-вторых, на этом геймпаде. Базилюк, красава. Все, поехали. Я все хочу посмотреть. Я хочу все посмотреть. ЦСКА Москва. Сласк Вроцлав. Так, игрок наших. Акинфеев Игорек. Угу. Ну что ж, поехали. Еременко сразу же в прессинг. Давайте мы в защиту. Нет, вот в супер защиту идем. В автобус, конечно, мы уходить не будем. Так, Фернандес. Отлично. Тошич. Передача непонятно куда. Пич. Могилевец, хорош, Могилевец. Итак, хорошо. Есть. Есть контакт. Отбор. Могилевец. Могилевец в первую же минуту играет в основе ЦСКА. Зенит. Понимаете вы об этом, да? Вы кого потеряли? Вы потеряли игрока, который играет сейчас в основе футбольного клуба ЦСКА. За 3 миллиона, правда, он приобретен. За бешеные деньги, если честно. Базилюк на Мусу. Муса, давай, 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 Мусишка. Мусюшечка. Муся. Нет. Муся, Муся, Муся. Нет. Марко Паиш. Бля-бля-бля. Ну давай, ворочек, выноси уже. Выноси. Выноси, ворочек. Ну! Ну, быстрей. Скинул он защитнику. Итак, Хэтели. Да, вот пока в товарищеских матчах можно привыкнуть к управлению, во-первых. Во-вторых, к физике, подача. Акинфеев, Игорек. Игорек, красавчик. Затащил сейчас? Что-что, а сейчас он затащил. Так, Еременко. Еременко.
Березуцкий Вася. Так, тихо. Базилюк. Хорошо, Надхо. На Мусу. Муса на фланге. Нет, на финте хотел уйти. Не получилось. Не получилось у Мусы на финте уйти. Так. Надхо. Опять же наш мяч. Скидываем. Да что ж такое-то, мы не можем уйти. Щенников. Надхо. Надхо удар. Угловой. Да, угловой удар. Опасненько сейчас может быть у ворот нашего соперника. Тошич. Тошич подходит к мячу. Так. Подача. Подача, удар. Опасно, опять угловой. Опять же угловой. Что ж, подача еще одна. Тошич, подача. И удар. Еще один гол. Марио Фернандес. С передачи Базилюка, кажись. Базилюк. Это не передача, это удар был у Базилюка, конечно же. Но мяч отскочил прямо Фернандесу. И между ног защитнику мяч залетает в ворота. Замечательно. Как газон, а? Прям трава разлетается. Марио Фернандеш. Фернандес. Или Фернандеш, или Фернандес. Забивает мяч. Свой дебютный. И для нас дебютный. FIFA 15. Ну что ж. Ой-ой-ой. Холота. Ой, Акинфеев хорош. Так, скидывай. На Тошич. Тошич. Еременко. Роман. Надхо. Хорошая связочка рубиновская. Сколько они уже сделали для ЦСКА, это просто не счесть. Давай, 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 прессингуем, 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 прессингуем. Еременко. Боже, прессинга больше. Надхо, хорош. Вынос. Мяча, мячик тихонечко катится за боковую линию. Нет, не ушел. Не ушел мяч. И больше прессинга. Еременко. Надхо, пас на другой фланг. Тошич. Иначе на Фернандес. Он такой здоровенный здесь, если честно. Выглядит вообще конем просто. Заброс на, на Базилюка. Базилюк. Базилюк. Удар Базилюка. Вратарь. Вратарь вытащил сейчас. Ну ничего, молодец. Тошич. Пытаемся сейчас более уже лучше подать. Подача. Нет. Нет. Еще раз нет. Выпни, выпни, молодец. На Мусу. Муса. Могилевец. Муса. Щенников. Подача. В угловой. Вратарь сейчас непонятно что творил. Так, Надхо. Подача. Муса! Как кто-кто? Базилюк. Нет, тогда не Базилюк бил по воротам. Тогда бил или Надхо, или Еременко. Когда был забит мяч Марио Фернандеши. Итак, итак, опасная атака. Подача, нет. Фернандес, Березуцкий Василий. Хорошо. Ой, опасно. Ой, хорошо. Фернандес. Догнать. Отдать передачу. Нет. Нет. 80% передач у нас всего лишь. 80. Марио Фернандес. Печально. Тошич. Ой. Могилевец подскользнулся. Холота. Неохота холота тащить из болота.
Подкат Могилевец, аккуратненько, аккуратнее. Ну же, ну же, ну же, прессингуем, прессингуем. Оп, хороший подкат. Базилюк, нет. Ну же, ну же, ну же, ну же, прессингуем, парни, ну же. Что это за хрень такая? Давай, пич. Пич, знаете, это есть... Не пич, как-то по-другому это называется. В бейсболе. У нас еще в черединке панч есть. Это когда рука вверх поднята. Когда ты флайер вытягиваешь. Ух. Гол. Суета. В штрафной зоне. И нам забивают. Так спокойненько. Гол. В ворота. И это... Это печально, еще раз скажу. Посмотрите, как спокойно нам сейчас забили. Паражиба. На 45-й минуте. Или параиба. Еременко. Давай, Еременко, давай. Сам. Нет. Еще раз нет. По Иксао, по флангу, Дуду. Кстати, и случайно не тот Дуду, который играл раньше в ЦСКА. Могилевец, аккуратнее в подкатах, аккуратнее. Можешь так и желтую карточку схлопотать. 5 минут судья добавил. Тошич, Базилюк, Базилюк, аккуратно. Ну его запрессинговали сейчас. Ох ты, ё-моё. Ох ты, ё-моё. Ой, хорошо, Щенников. И пинч. Пинч. Пинч, пинч, пинч. Нам желтую сейчас карточку не дадут? Нет, не дали. Первый тайм закончил, кстати. Закончился первый тайм, ребятки. И у нас с вами 1-1. Вот это... Да. Серия уже, кстати, идет 32 минуты. Итак, Уфа играет и проигрывает Ферентине. Представляете, да? Купань Краснодар проигрывает Хернсвину. И Терек выигрывает у Сабаделя. Вот так-то. Продолжаем матч. Проехали. Еременко сразу же в атаку. Нет, не будет он сразу же в атаку идти. Аккуратненько. Натха все-таки получил желтую карточку. Ну и куда эта передачка? Куда эта передача была сделана? Я это не понимаю. Ну же, ну же, ну же. Что такое пинч? Ох ты, ёх ты. Ох ты, ёх ты. Хорошо сыграл в подкате. Это Василий Березуцкий был. Базилюк. Базилюк сам хочет что-то сделать. Где же Муса-то? Вот он, Муса. Нет. Кудрявая жопа финт получился. Еременко. Еременко под удар. Нет, не дали. Не дали ему бросить. Как он прокинул себе на ход и не дали бросить. Вот это вот самое, что может быть печальное. У нападающего перед воротами. Не дали ему бросить, я хотел сказать опять. Не дали ударить. Привык я уже в НХЛке. Потому что там мы бросаем, да? Пятак, бросок. А тут нужна штрафная, удар. Надо как-то это себе мозг немного подстраивать под это. Щенников на Мусу. Муса. Муса. Подкат. Чисто в мяч был подкат. Аккуратно. 1-1. Пока скучнейший матч, который я мог себе представить. Сейчас мы играем. Ничего опасного. Вся игра в центре поля. Ух, какой опасный удар. Еще мне надо привыкать к игре на большом экране. Глаза разбегаются. Непонятно куда, что, зачем. Щенников. Передача на Базилюка не получилось. Не прошла. И сейчас мы с вами, наверное, проведем замену. Буквально вот. Следующие атаки выпустим Панченко. Панченко место, конечно же, Базилюка. Так, Базилюк на Тошича.
Тошич по флангу сам пойдет. Ускорение придает себе. Штрафной. Ух-ух-ух-ух-ух. Не давайте, вот сейчас мы как раз таки время замен. Время замен. Выпустим. Кстати, да, может выпустим вот так вот. Еременко тоже уберем, как-то он меня не очень в этом матче. Давайте еще выпустим Вермблума. Вот так. Интересно, сколько замен можно сделать? Можно ли сделать еще одну? Нет, три замены всего лишь. Но спасибо и на этом. Давай, Могилевец, догоняй этого гребаного игрока. По Иксао. Случайно их не два по Иксао? Да, два по Иксао. Два по Иксао играет нашего соперника. Сейчас будет забросик. Ой, как опасно было, Игорь. Нет, не дали. Не дали мы сейчас совершиться с забитому мячу. Ну все, все замены проведены. Панченко вышел. Натхо. Витиньо. Витиньо. Передача хорошо. Вермблум. Витиньо забегает. Хорошая скорость у Витиньо. Так. Ух. Если бы не этот защитник. Хорошая скидочка на Тошича. Тошич. На Панченко. Панченко. Ну как же так-то? Хорошо, Панченко, молодец. Муса. Ну как же так? Холота. Холота, холота. Вытащил сейчас ту передачку из-под ног. Мусы. Натхо. Бибас. Бибас Натхо. Ух, Акинфеев. Бибрас. Бибрас Натхо. Бибрас. Бибрас. Мне надо... Эти слова я, наверное, буду очень часто упоминать. Это имя Бибрас. И фамилия Натхо. Опасно. Опасно у ворот ЦСКА. Опасно. Удар Акинфеев затащил. На Мусу. Отлично. Витиньо. Нет. Нет. Панченко. Снова нет. Муса. Муса. Кстати, тут такой страшненький. Это капец. Панченко. Муса. Муса. Муся. Муся. Мусечка. Мусечка хорош. Хорошо, Панченко, Панченко, удар, Панченко. Ух, заблокировали удар, не дали пробить. И мяч улетает на трибуны. 10 минут до конца матча. Нам нужно что-то делать сейчас. Так, Тошич. Панченко. Панченко. Панченко, нет. Панченко, Панченко. Не дали ударить опять. Ну давайте, давайте, Вермблум. Вермблум на Натхо, Натхо на Мусу. Муса на Панченко. Панченко на Мусу обратно. На Панченко. Нет, ну что же, стеночка-то не работает-то. Мила. Ты мила, конечно, но нам не мила. Совершенно нам нужно забивать. Вынос вперед. Тут Фернандес. Панченко в атаку. Все в атаку, давайте. Просто супер атака. И нет, давайте мы с вами все-таки сделаем... Все в нападение. Сейчас и вратарь побежит в атаку. Я в этом уверен. Давайте мы испробуем все, что можно. По Иксао. Это что, третий по Иксао? Или все-таки это один из двух по Иксао в его команде? Фы по Иксао. Нет, это все-таки был такой по Иксао. М по Иксао и Фы по Иксао. Сейчас будет Т по Иксао, Х по Иксао. И вся команда будет по Иксао. Мило, в атаке уже оказывается. По Иксао удар. Выше ворот. Так, 2 минуты судья добавил. И за эти 2 минуты нам нужно провести очень опасную атаку. Я так думаю. Мы это не сделаем. Натхо. Натхо. Замечательная передача. Просто 5 звезд тебе за передачку. 5 звезд передач.
И все, первый матч закончен. Скучный матч, реально, ребятки, скучный матч. Еще с моим больным голосом это все как-то все заканчивается не очень хорошо. Итак, 1-1. Первый матч. Давайте посмотрим повтор. Игорь Акинфеев. Показали это, наверное, Пиксао какого-то там. Не знаю, лысого Пиксао. Это все-таки Мило, наверное, был лысый. Да, вот он бегает. Повторы просто замечательные. Тащер Игорь. И, конечно же, продолжить. Фиорентина разгромила просто в Уфу. Краснодар тоже проиграл. И Терек выиграл. Разгром 4-1. Ну что ж там у нас? Давайте посмотрим новости из региона России. Так, это ладно, полное выздоровление. Думбия полностью выздоровел, это хорошо. Я заметил, что игрок Павел Могилевец показывает отличные результаты, хотя вы и не уделяете ему особого внимания. Если вы хотите полностью раскрыть его потенциал, необходимо предоставить ему больше игровой практики. Он и так вышел в основе, ребятки. Давайте из региона Россия. Пуцко из Спартака. Кутепов из Спартака. Шатов. Шатов? Давайте мы просто лишим... Ладно, не буду. Не буду. Файзулина точно покупать не буду. Измайлов. Давайте все-таки мы посмотрим вот этого Кутепова и Пуцко. Пуцко, давайте я посмотрим. Запрос Пуцко и запрос по этому. Посмотрим, кто подешевле, кто что нам покажет. А пока мы с вами отсимулируем до следующего нашего товарищеского матча. Здесь к этому времени у нас пришло на Думбию из Зенита. Смотрите, Зенит предлагает нам 15 миллионов с половиной за Думбию. Но фиг вам, Зенит. Я вам ничего не отдам, даже сколько вы не будете просить. Да, это понятно, что вы не хотите, чтобы ваш игрок присоединялся к моей команде. Опа. Шеф, можно просьбу? Привет, тренер. Вы вроде собирались поэкспериментировать с составом, так я могу надеяться, что вы дадите мне шанс сыграть. Ну давай, Ревякин, тебе дадим шанс сыграть в следующем матче. Что же у нас тут? А пофигу, давайте мы предложим за Кутепова просто немыслимый ему цену 900 тысяч евро. И, конечно же, давайте мы еще и одному игроку. И Пуцко предложим тоже 800. Не, 901. Нет, 901 я говорю. 901 тысячу. 901 тысячу. Все. Отлично. Отлично. И дальше стимулируем до матча. И мы с вами сейчас попрощаемся. Тут это нам не интересно уже. Это нам уже не интересно. Мы уже все, что можно, уже отправили запросы всякие. На всякие. Ну а на этом мы с вами попрощаемся, ребятки. Увидимся уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.